Привет, друзья! Я ведь часто очень, как вы знаете, гуляю с вами здесь, вдоль этого чудесного пруда, и показываю вам лебедей и всех этих чудных птиц. Посмотрите, тут у нас еще один из всех белых, один черный лебедь. И знаете, так смешно, как говорят, белая ворона, да, которая от всех отличается. А здесь у нас наоборот. А одиночка, черный лебедь. Я обратила внимание на то, что он, несмотря на то, что все-таки его здесь никто не трогает, он недавний здесь у нас пришелец. Буквально, наверное, только в этом году появился, прилетел откуда-то. Но он все один и один. Может быть, что потерял свою пару. И он там вот... Покажу вам сейчас, вот видите, вот на такой маленький островочек посредине пруда. Я вот приближу, вот он этот островочек. Так вот, я гуляла вечером и заметила, что все птицы вот там на общем вот этом большом острове или просто на воде, а этот черный лебедь-одиночка, он сидел такой там одинокий, несчастный. На вот этом вот островке. Как это интересно. Если не может найти себе пару, то вот такой вот белой вороной наш черный лебедь здесь и выглядит. Да. Я, вы знаете, не хотела вам выкладывать вот это видео. Не хотела расстраивать вас, потому что сама я, когда увидела то, что сейчас вам покажу, я расстроилась неимоверно. Ну вот, смотрите, что я вам сейчас все-таки покажу. И я, вы знаете, когда увидела вот этого задушенного, убитого лебедя, видели, да, у него там кулек на горле, я такое за 10 лет здесь вижу впервые. И меня это настолько поразило, вот такой вот вандализм, или как тут даже сказать, вот такая жестокость. Ну, во-первых, жестокость по отношению к этим красивым и доверчивым птицам, которые здесь, как вы знаете, они, в общем-то, ручные, и поймать их сложности никакой не представляет. Они, я подхожу близко, показывала вам сколько раз, что они даже и не пытаются уйти. Очень доверчивые к людям. И вот так вот поймать, убить... И, вероятно, человек просто испугался за то, что он сотворил. Ну, это уж совсем. Я отхожу, а на меня этот гусь. А он, этот гусь, идет на меня. Я понимаю, конечно, что кто-то мне скажет, ну да, вот они съедобные. Чего их тут? Посмотрите, ну, он же просто не боится вообще. Он, вон он. Чего их... Птицы глупые, чего их жалеть, их едят. И да, мы любим гусей и уток, без проблем кушаем, покупаем в супермаркетах. Но это, по-моему, все-таки одно, а то, что вот таких ручных птиц убивать, которые тебе доверяют. Я не знаю, как это комментировать. Я единственное, что могу сказать... что все-таки даже не побоялись того, что здесь ведь все лебеди в Англии, они находятся под защитой королевы Елизаветы II. Наверное, знаете, я об этом много раз говорила. Для тех, может быть, кто
давно смотрят мои видео, знают, что все лебеди находятся под защитой королевы Елизаветы II. И если, не дай бог, что-то с ними случится, а тем более, если вот так вот убивается птица, то ответственность, вплоть до уголовной ответственности, могут посадить в тюрьму даже. Я говорю о лебедях. Гусей. Гусей, может быть, и ловят. Даже уже теперь не знаю и сомневаюсь. Посмотрите, сколько их тут ко мне приплыло. А у меня опять ничего нет, я их не кормлю. Ну вот, друзья, хватает нам проблем. Хочется вам показать красоту и позитив. Но вот такого я, сказать по правде, не ожидала. Хотелось бы посмотреть на этого человека, который вот так вот, как говорится, без зазрения совести, взял и убил доверчивую птицу. Ужасно. Вообще ужасно. И хотелось бы, чтобы этого человека все-таки нашли, и он понес какое-то наказание. У нас и так слишком много жестокости в этом мире, негатива. Не хотелось бы, чтобы это приходило еще и сюда. Вы знаете, мне даже, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что вот те, кто здесь живут постоянно, жители острова, они, наверное, себе бы такого не позволили. Мне все-таки кажется, что это делают приезжие. Но не настолько люди бедные, не настолько они голодные, чтобы убивать эту птицу ради того, чтобы ее съесть. Не знаю я, как это комментировать. Вот сама расстроилась, и вас, наверное, тоже расстроила, но не могла не показать. Ну вот я говорю, что, может быть, многие мне скажут, что вы тут жалеете животных, жалеете птиц, когда у нас люди гибнут. А для меня вот они такие же живые существа, как и мы с вами. И, может быть, если они не умеют поговорить по-нашему... Вот видите, они разговаривают между собой, вот эта пара. Вы заметили, да? Вот они. Они же что-то говорят, они все понимают. И вот эта лебединая верность, да? То есть мы столького не знаем еще о тех братьях наших меньших, чтобы вот так хладнокровно чувствовать себя царем зверей и убивать беззащитных. Это ужасно. И, наверное, Всевышний, я называю высшим разумом, он, видя это все и видя эту нарастающую жестокость в мире, вот он и наслал на людей все эти болезни и все эти несчастья. И то, что человеческая особь такая агрессивная. Человек — это же самое злое и агрессивное существо на планете. Вы знаете об этом? Не хочется об этом говорить, потому что мы сами принадлежим к этому виду Homo sapiens. Ну вот так поступать... Не знаю я. Я очень расстроена, друзья, этим всем. И вот такое у меня сегодня грустное видео. Уж извините. Как-то очень испортилось у меня настроение. Поделилась с вами. Не всегда можно постоянно быть на позитиве. И не всегда это... даже хорошо. Иногда нужно задумываться о том, что происходит вокруг. Ведь в конце концов мы же с вами не дураки, не идиоты, чтобы не видеть то, что происходит. Пока-пока, друзья.